Всем привет! Мы вещаем с поля, на котором ничего нет. На самом деле, небольшое короткое видео. Ехали в город за пенофлексом и решили заехать на одно пальцо, которое перепахали весной, наверное, еще потом засадили. Или осенью первый раз его перепахали, я не помню. Находок здесь много было в свое время. Думали, после перепашки-то надо погулять. А сейчас его скосили. Буквально на часик решили заехать, ничего не стали снимать, и в итоге пришлось снимать. Сейчас покажу, что нашли. Ходим, кстати говоря, с коровами вместе. 19 штук. Мы от них, они за нами. На ту сторону поля пришли, ну вот на ту. Они за нами пришлепали. Пошли за водой к машине сейчас и за камерой. А, нет, за нами опять пришлепали. Сейчас опять придут. Прикольные. Ну и кот вон там охотится, я только что вам его показывал в начале. Сейчас еще раз покажу. Вот он. Издалека еще не видно, что там сидел-то. Короче, во. Буквально за час даже, наверное, меньше. Трояк, между прочим, в сохране, удивительно. Ай, сейчас упадет. Ой, такой в патине. Ну, конечно, не кабинетный, но для здешних полей вполне себе ничего. Надо помыть будет. Обманка вон прилетела опять, очередная какая-то плюшечка. Когда алюминиевый. Да, когда из земли выскакивает, как... Как пятачок. Как пятачок серебряный. Здесь дорога шла, вот так вот, вот туда. Достаточно крупная, за оврагом мы очень много монет подняли. Прям вот с участка с маленького. Сейчас там не кошено. Сейчас уже перестали косить несколько лет. Вот. Да и здесь много что было, на самом деле. Много чего находили от советов и до чешуи. Ну, сейчас еще пару часов полазим. Тучи вот такие пролетают, периодически капают, но и улетают. Ну, скромно. Пока скромно, да. Походим, побродим, тут посмотрим. Вообще не ожидали, что что-то найдем. Просто так пройтись решили. И вот так получилось. Я про что и говорил. На всех парах догнали нас. Всей толпой. Этот прям бегом бежала. Прибежал, встал, смотрит. Пастух подходил, а что они за мной ходят-то? О! А где фокус? Ага. Я говорю, что они за мной... Пастух подходил, я говорю, что они за мной ходят-то? А они, говорит, ручные совсем. Видят человека, идут. Прикольный. Блин, фокус куда-то пропадает. Дождь пошел опять. Пока коров снимал, сигнал. Монет. Какая-то. Николаевский формат. Так, надо под деревья прятаться. Сейчас вымокнем. Забираем монеточку. Вот край поля. И вот там второе поле, где я вам рассказывал, что мы много монет подняли. Вот здесь был, скорее всего, мост, потому что куча железа всякого. А враг достаточно глубокий. Метров сколько там, Люб? Я не вижу отсюда. Метров 6? Ну, метров 5. 5-6, да? И, скорее всего, был мост. И дорога шла прям вот туда-туда-туда-туда-туда и уходила. Вот. Люб ковыряется вдоль оврага. Коровы продолжают ходить за нами. Вот это белый, клевая. Белый, клевая. Кошмар, что я несу.
Это еще рыжие были. А вон они. Две. Вон они. Костромская порода, если мне память не изменяет. Цветной. Что-то там в кустах она. Пойдемте посмотрим. Фольга. Фольговый сигнал. Ну, проверять надо. В этих краях проверять фольговые сигналы обязательно. Причем тут рядом черный. Ну, скорее всего. Это проволочка. Ну, это проволочка, да. Тоненькая. А, медная. Вот такая. Забираем. Дождь опять кончился. Сегодня обещали, на самом деле, целый день. Почему мы никуда особо-то и не собирались. Собирались делами заняться. Но получается так, что какими-то набегами. Прикольно. Решили сейчас мимо коров, вот так и вдоль дороги, где машины вот сейчас современные ездят, пройти попробовать. Здрасте. Картина маслом. Господи. Сколько ж в ней? Ведро. И нассало. Вот так портятся находки. Да-да-да. Короче, не к этому будет сказано, у нас находочка. Вообще цирк, конечно. Вот такой крестик целенький. А еще насрет. 18-19, наверное, где-то. Не видал, главное, хвост задрало. Ну а как же. Такой вот замечательный крестик. Кстати говоря, вполне себе в сохране. Ну, крестики, они, в принципе, в сохране. Вышли погулять на полчасика. Опять у Любки сейчас обманка была такая же. Пойдем сейчас, короче, вот так. Ну вот, друзья, конец короткого выхода. Маленький отчетец. Ну, тут так. Коротенький фильм. Ну что, крестик мой вот этот зачет уходит однозначно. Копейка даже ничего читается тоже. Трешка, копейка, да. Ну какие-то еще. Вот это пуговка гирька. А, да, и пуговка гирька вообще микроскопическая. Видите, какая? Причем целенькая, сейчас вон она, сушка. Вообще какая-то малипусенькая, таких не находили. Таких прям вообще прям крохотуля. Вон. Вот вам и поле, на котором ничего нет. Это, кстати, история. Это кто-то из комрадов тогда. А здесь, говорит, копали. Да, здесь, говорит, нет ничего. Мы отсюда столько выгребли, вы не представляете за эти годы. Да и сейчас он продолжает попадаться. Да, после перепашки. Сколько? Мы два часа походили, вон, ковыряли. Так, ладно. Всем здоровья. Дышать чистым воздухом, полными легкими. Ну и всем пока.